пока не последовало. Вот одна из последних атак во втором периоде. Кузнецов неплохо идет. Ой-ой-ой, оставил неудел практически всю оборону. И какой гол, красавец! Евгений Кузнецов! Вот это да! Дубль Кузнецова! Что творит? Что творит Евгений Кузнецов? Просто неудел оставил двух игроков. Ушел за ворота. Посмотрите, столкнулись там игроки «Нефтехимика». Упал еще один. И, пожалуйста, тут серия рикошетов. И от игрока обороны Евгения Рыбницкого шайба отлетела в домик.